Встречайте, Сосоповляшвили, Анфиса Чехова. Городок наш населяет река, очень расти ее берега. Я живу на дном, а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на дном, а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Снова в чистой реке отразится мой дом на высоком берегу, на крутом. Сверхи ты в твоем саду оборву, на пароме я к тебе поплыву. И с тобою вдвоем мы всю жизнь проживем на высоком берегу, на крутом. И с тобою вдвоем мы всю жизнь проживем на высоком берегу, на крутом. Высокая выда вас как и не расстали. Так что же не обиделась, зачем же мы расстались? Высокая выда вас как и не расстали. Так что же не обиделась, зачем же мы расстались? Городок наш отсыляет река. Сосоповляшвили, Анфиса Чехова и вокальный ансамбль «Сулико». Спасибо за такой теплый прием от всех нас. Это особенно сейчас очень важно, потому что идут очень хорошие подцепления между двумя странами, и мы этому присоединимся. Я к этому уже присоединилась вдвойне, потому что 10 месяцев назад я родила грузина. Поэтому на еще одного горячего парня стало больше. И самая главная песня гениальная. И еще раз великий Антонов подтверждает то, что музыка, настоящая музыка, она без границ. Говорим вам большое спасибо. Это было красиво. Ребята, а где, собственно, Карабас, а?
Вы, оказывается, все можете сами, а? Я вам давно это говорил, а? Теперь ты, Карабас. Ну что ж, настоящего грузина начнем. С человека, пропитанной этой культурой, Елена Образцова. Спасибо, что ты дал мне первое слово. Я счастлива, наконец, услышать грузинскую музыку настоящую, в исполнении настоящим. Сосо, ты был просто потрясающий совершенно. Ты был, наконец, настоящий грузин. Я гордилась тобой сегодня, гордилась. Это было замечательно. Девочка танцевала такие, так, как танцуют грузинки настоящие. А давайте попробуем выяснить, Елена Васильевна, а до этого Сосо был кем? Нет, ну он пел какие-то песни, это нет. А это настоящая, понимаешь, музыка настоящая, которая идет от сердца, от генетики. Генетика была, понимаешь, фантастически совершенно. И потом все эти виды Грузии, мцхеты и все остальное. Я сходила с ума. 10, 10, 10, 10. Валентин. Но на самом деле это давно не хватало, и когда живое искусство, этническое искусство, настоящее, неподдельное. 10. Угу. Михаил Боярский. Я, конечно, в восторге. Я обожаю этот талантливый народ. Такой музыкальный, такой гостеприимный, такой щедрый. И сегодня все это, вот как в роге изобилия, было на сцене. И женщины очаровательные, а мужики какие, ах! И возглавляет их такой человек, как Сосо. Столько энергии, это какой-то динамит, взрыв, это потрясающе. И как они танцуют, как это здорово все. И удивительно, написал русский мужик музыку, но она абсолютно грузинская, так исполнена, с такими корнями. И это объединяет, кто бы ни писал, важно, как исполняют. И это объединяет нас, это чудесно. Я пью за вас! 10 баллов! Игорь? Мне бы очень хотелось, чтобы вот как можно больше в нашей программе было вот таких аутентичных номеров. Ведь можно приглашать коллективы из бывших советских республик. У меня только один вопрос. Девочка в конце, это тоже дочка? Там у нас она, и она дочка моего друга. Я имею такое счастье работать вместе с этим ребенком. У нее еще потрясающий братик. Мы вместе работаем на одной сцене. Это мои ангелы-хранители. Ангелы-хранители сегодня поставили 40 баллов. Грузия! Да, мы здесь. Гамар Джабаги назвали. Ох ты, Это все, что я знаю, больше ничего. Но я думаю, что вот после таких волшебных оценок Сосо, ну согласись, будет несправедливо не пригласить замечательный коллектив, который сегодня выступал вместе с вами. Мы вас приглашаем сюда. У вас бара-то там хватит. Как тебя зовут? Тамона. Ты меня научишь так танцевать? Только мне скажи одно. Да. Покажи мне несколько движений, я тебя очень прошу. Это моя мечта. Я смогу и не на носочках. Что, одна Волочкова в стране, которая на носочках может стоять? Ты мне хотя бы руками покажи. Ну покажи, покажи. Сожгли нас сегодня просто своим темпераментом. Спасибо. Спасибо. Поселяйте нас дальше, мы ждем. Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий раз у меня пригласили, потому что, ну, мне так хочется вместе с вами спеть. Если сосок тебе зашел, цали каури поставь на стол. Если не выпил, загрустил, ты не мужчина, не грузин. Цали каури кипит в крови, будем гулять мы до зари. Цали каури кипит в крови, будем гулять мы до зари. Михаил Сергеевич, аккуратней. Аккуратней. Не выплескивайте сразу все.